Так, это у меня уже запасы не хомяка, а просто самокупилась уже третья часть. То есть мыльный обзор, вторая часть. Первая часть у меня были гели-шампуни и уходовые средства для волос. Если вам такая тематика интересна, как у меня все самокупилось, если честно, сама не понимаю как. Увидела по скидкам какие-то там в ленте, в магазинах разных скидочные какие-то мыльца. Ну, два там брошу, три брошу в корзинку, вроде бы копейки. Ну, в итоге оно постепенно накопилось. В Фикспрессе какое-то мыльце появилось, интересненько. Купила, бросила в корзинку, принесла домой. В итоге оно накапливается. То есть я не фанат мыла бешеный и не коллекционер мыла ни в коем случае, как и гелей и шампуней. Просто получается какие-то акции воздействуют и как-то всегда хочется их прикупить. В итоге я начинаю делать в шкафах порядок, наводить, и я просто в шоке, что у меня что-то дофига запасов, и я даже как-то этому, знаете, я могу сказать, не очень-то и рада. Ведь все это храниться должно, оно может пропасть, потерять свой аромат, это мыло. Оно не пропадет, но аромат свой потеряет, а уже таким пользоваться, знаете, не очень будет интересно. Всегда хочется свеженьким. Хотя сама я занималась мыловарением, с удовольствием делала мыло различные там фигурные, сувенирные на продажу. И обалденное мыло, шикарно оно по качеству получалось, из основ, из детского мыла варила варенье мыло. Ну, как-то на эту моду ушла, и интерес у меня к мылу такому немножко пропал. Кстати, а формы остались. Не все еще распроданы. Не знаю, может быть, мода даже не ушла. Это у меня лично мода ушла. Мне просто пропадает быстро интерес. Я чем-то загораюсь, вникаю в это дело. Быстренько узнаю, как все это делается. Делаю на продажу. Потом бамс, мне уже не интересно. Меня увлекло нечто другое. Я занимаюсь уже другим делом. А это дело мне уже, эта тема предыдущая, меня уже оставляет в покое. Я начинаю распродавать то, что у меня осталось от моей затеи. И в данный момент мыльные формы продаю, уже остатки остались у меня ВКонтакте, так что, если интересно, заходите, смотрите, у меня силиконовые формы остались очень хорошие. В свое время заказывала по всей России, покупала почтой, пересылки, все это мне очень дорого обходилось, тысячи просто. Сейчас потихонечку у меня их покупают, так что, если интересно, обращайтесь. Кто занимается мыловарением, фигурным, к Новому году, к 8 марта, к праздникам, к тематике там разной, вот. Знаю, что девчонки еще прям очень увлекаются мыловарением домашним. Ну, все наболталось, давайте переходим к мылу. Ну, естественно, с чего я начну? Это вот такие прекрасные наборчики, которые, возможно, даже у меня пойдут и на подарок. Кому-нибудь подарок положу. 8 марта прекрасно, на Новый год, конечно, точно не подойдет. Но сделать подарок какой-то косметический и вложить такой набор мыла, мне кажется, знаете, никому не помешает. Очень красивое оформление. Все знают, 99 рублей до сих пор в Фикспрессе продаются. Все, в принципе, наверное, им наелись. Но я с удовольствием сама буду пользоваться. Красивое мыло, подарочное, с приятным ароматом, хорошо пенится. Что еще сказать? Я не могу сказать, что здесь супер составы какие-то натуральные, как напишут. Крем и ромашка, крем и чистотел, крем и череда. 99 рублей в фикс-прайсе. Очень выгодно. Также в фикс-прайсе покупала вот такой набор с таким оформлением. Знаете, мне даже иногда не хочется их вскрывать. Пусть бы так и лежали. Завод Крестовников. Туалетное мыло для детей. Крем. Ну, то же самое. Ромашка, чистотел и чистотел. Видите, как я купила? Два мыла совпадают. То есть, если там три разных, то здесь повторные. Красота. Еще одна упаковочка, вот такой, опять череда, ромашка и череда. Здесь опять повторяются мыльца. И вот такой вариант, это больше мужчина бы подошел, для дам и господ, парфюм и бальзам, парфюм и глицерин, парфюм и масло. Я покупала вот такое мыло верхнее несколько раз, мне очень понравилось парфюм и бальзам, и мужчины хорошо им прям пользовались в душе. Тоже такая же упаковочка, 99 рублей. В Фикспрессе, по-моему, до сих пор продается. Именно вот такое вот взрослое, не детское. Ну и, конечно, вот такое мыло опять с Фикспресса. Красота, завод братьев Крестовников. Это юбилейно, 165 лет традиции качества. Ручную якобы работу, парфюмированное оно. Здесь их три штуки. Вот такая красивая, шикарная упаковка. Это я взяла на подарок.
Также, ну, уже не 99 рублей, я думаю, все знаете, 149 рублей стоит. Эта коробочка уже для меня. Вот, посмотрите, какая красота. Также сюда можно будет мыться какой-то вложить, похоронить, когда она пустеет. Красивая упаковочка. И оно идет на с глиной. Три мыла и все с глиной. Внутри выглядит красота вот так и очень приятно пахнет. Более слабый аромат это у белого, а вот это розовое и зелененькое. У них прям яркие такие насыщенные ароматы, не мужские. Прям какие-то фруктовые. Значит, белая с белой глины, с розовой глиной и с голубой глиной. Очень хочется ими уже попользоваться. В запасе лежит у меня вот такое мыльце с активными энзимами. В фикс-прайсе продаются 55 рублей 2 штучки. Вот одно у меня в использовании. Хорошо пятнышки отстирывает. Главное, чтобы краску не съела, поэтому ориентируйтесь. Хотя он для цветного белья идет, но у меня где-то что-то я натерла, и краска не то чтобы съелась. Чуть-чуть я заметила, в этом месте стало бледнее. Ну, незаметно особо. Но пятнышко ушло. И приятный насыщенный аромат. Кстати, по акции можно купить дешевле, чем в фикс-прайсе в других магазинах. Вот такое мыло турецкое. Алоэ вера с молоком. Крем-мыло. 150 грамм. Люблю в всяких магазинчиках такие мыло покупать. Вот такой кусочек. И всегда приятный такой, знаете, в меру насыщенный аромат. Что-то такого молочного присутствует все же. Также от этого производителя тоже Турция. Что же это у нас? А, разглядела. Олива с розмарином. Здесь у нас 175 грамм. И цена у них, кстати, небольшая. 35 рублей, 40 рублей штучка. Мыло само по себе вот такое. И пахнет насыщенно. С зеленым ароматом, розмарином, скорее всего. Люблю эти мыльцы, они вообще очень приятны в использовании, хорошо пенятся, поэтому... Кстати, это цены еще прошлого года, до карантина, 2019 года. И в этом году я, кстати, ни одного мыла турецкого еще не покупала. Ну, опять наша звезда, это у нас земляничная, братья Крестовниковы, большой кусок. 190 грамм, что-то я прямо его накупилась, наверное, что-то с памятью моей стало, что я все время забывала, что я покупала, и покупала повторно, у меня такое впечатление. Ой, ну он так приятно пахнет земляничкой, и такого красивого цвета, поэтому не зря я его купила повторно. И у меня их, естественно, два. Ну, а очень приятно пахнет. Прям грех пройти мимо такого ароматного, запашистого, душистого и большого кусочка розового мыла. Попадается мне аюрведическое мыло от 94 травы с кокосовым маслом для проблемной кожи 75 грамм. Это у нас Индия. Заказать его можно либо купить где-то в лавках, либо заказать с кокосовым маслом. Заказать в аюрведических магазинах по России, либо индийских сайтах с самой Индии вам их вышлют. Там цена, когда я покупала, была где-то от 100 рублей кусочек, в принципе. Вот, ну не дешевая. Вот так выглядит. Она такое все натуральное. 24 травы там. И у них мега насыщенный аромат. Очень такой зеленый. Я нюхнула его. Мне такое впечатление, что меня ментол в нос ударил. Просто прелесть. Обожаю индийские мыла. Ну, на них особо найти не наберешься. Дороговато. А это мыльце мне привозили в подарок. Это, по-моему, с Греции. Оливковое мыло. Здесь у нас 100 грамм написано. Тоже очень аппетитно выглядит, прям жалко им пользоваться. Натуральное, стопроцентное. И аромат такой серьезный, в сторону лаванды. Как-то в ту сторону. Я лаванды аромат не очень люблю, но куда-то туда оно смотрит. Плюс с оливковым маслом. Попадается мне еще одно мыльце Johnson's Baby с экстрактом папайи. А то у меня какое было, я уже не помню. 125 грамм. Смягчающее мыло. У него очень приятный цвет. И приятно мыться на ощупь. Я думаю, все любят Джонсон, мыло Джонсон. И очень приятный, нежный аромат такой, типа папайя, фруктовенький, прям кисленький, сладковатый, прям вкусненько. Попадается мне еще мыло с фикс прайс. Господи, никак не могу его настроить. Ванильная любовь, кофе, натуральное мыло. Опять в виде зернышка. Красивая упаковка, прекрасно зайдет на подарочек, естественно. Ну, не это, конечно, она у меня вскрытая. Как-никак целых 120 грамм.
Делает его Nefis Cosmetics. Да, и очень приятненько пахнет ванилью в перемешку с мылом. Так что ни разу не пользовалась. Надеюсь, что они прикольные в пользовании. И еще одно мыльце уже полностью запаковано. Это точно для подарка лежит. Кстати, надо его выложить, а то за него забуду. Я его не скрывала. Одно у меня вскрытое, я в прошлом видео показывала. Американский стронг. Пахнет чуть-чуть кофе. Там типа как скраб выглядит, но навряд ли оно скрабит. Слишком мало частиц. Я делала мыло скраб сама. И туда надо, ой-ой, сколько частиц добавить. Оно выглядит уже совсем по-другому. Для того, чтобы именно мыться им и скрабить кожу. В общем, тоже приятный аромат и прекрасная упаковочка. 50 рублей, либо 55 экспресси они стоили. Сейчас вроде как пропали. По крайней мере, я их чего-то не наблюдаю. Если у меня уже тут разрядилась камера, вот на подзарядку поставила. Мыльца Дуру, сочный персик 1+1, знойная манго. Восстанавливающее крем-мыло. 80 грамм. Странно, я его еще ни разу не вскрывала. Сейчас первый раз вскрываю при вас. Я его еще, видимо, купила, бросила и, не знаю, даже не нюхала. Удивительно. Обычно я всегда понюхаю аромат, а потом бросаю в свой тайный ящик. Ну, мыльцо такое красивенькое, конечно же. Упаковка была запечатана, но совсем не яркий аромат. Приятный, что-то мангово-персиковый, но не сильно внятный. Ну, приятненько, нежненький такой. Хотелось бы какого-то драйва. Вот такое прекрасное турецкое мыло. Значит, молочный протеин и роза. Это мыло мне уже не первый кусок, естественно. Я таким пользовалась, тоже очень нравится. Оно с такими вкраплениями аппетитными. Оно, по-моему, идет с маслом розы, что-то такое. 175 грамм. Конечно, мне эти мыльцы по качеству кажутся интереснее. Лично мне нравится немного больше, нежели крестовниковое мыло. Вот. Но это не буду скрывать. Как бы тут видно, какое оно. У крестовников оно более классическое, более обычное. Хотя тоже хорошее, приятное. Но эти мыльцы мне, конечно, пользоваться большим удовольствием. Я ими пользуюсь. Хотя кусочек вот в прошлом году стоил 35-40 рублей, но не больше. И у меня их, оказывается, два. Даже не знала, кстати. Ну, конечно, у меня еще кусок попался такого от завода братьев крестовников. Банная, натуральная, 190 грамм. Пахнет приятно, банно. Тоже люблю пользоваться с удовольствием. Мужчина просто заходит на ура. Оно беленькое. Я в прошлом видео показывала, распаковывала его. В этом уже не буду открывать все свои мыла. Так, и вот хвойное мыло натуральное. Опять же, крестовника. Вот здесь уже открыто. То есть, получается, у меня уже несколько штук, что ли, открытых. Коль открыто, уже покажу. Красивый цвет, хвойный аромат. Банькой пахнет, прям с удовольствием. Я в бане никогда в жизни никакой гель не возьму на настоящую русскую баню. Потому что это все-таки химия. Я всегда, мы моемся только мылами. Все, в баню только мылом. Да и шампунь я люблю брать какой-нибудь с дегтярной. Но единственное, что в данный момент у меня такого нет. Вот слушаю, это мыльце банное, вот такое, и сразу хочется в баньку. Прям так это пропариться, намыться, веничком поколотить друг друга. Опять Турция у нас. Кремовое мыло. Я так понимаю, молоко и миндаль. 150 грамм. От свечи это такой кусочек большой. И с очень приятным, достаточно насыщенным ароматом. Не прям миндальным, но очень приятным. Дальше опять идет у нас Индия. Сандаловое мыльце, 100 грамм. Не содержит жиров животного происхождения, юридическое мыло. Мне нравится, что оно идет в коробочках. Нужно достать, посмотреть назад, положить. Не надо ничего потом заклеивать следом. Оно действительно пахнет сладким сандалом. Очень приятное, вот такое прелесть такая. Даже жалко им пользоваться. Красота. Аромат прям очень насыщенный. Кстати, внутри даже в коробочке вложен такой вкладыш. Пницу. Вот. Компоненты натурального растительного мыла. Что-то входит. Это кокосовое масло, и пальмовое, топленое масло. Обалдеть. Экстракты различные. Посмотрите, какой перечень. Можно с ума сойти. Вот еще бы его съесть, бы и оздоровиться. Далее опять
Не помню, что. Банное увлажняющее молоко, витамин Е. Не помню, что это у меня за мыло. Откуда я его взяла? Вроде никто не дарил. 160 грамм. А, это опять Турция. Вот, вычитала, что это Турция. Ну, тоже такое прикольное. Упаковка моментально развалилась. И очень нежный мыльный аромат. Правда, что какой-то бани, но очень больше хамама, наверное. Вот, чем бани нашей. Очень приятный, еле сладковатый какой-то такой аромат пара, перемешку с какими-то ароматами шампуня. Вот что-то такое в этом аромате, в этом мыльце есть. О, еще одну дуру у меня попалась. Сочный персик, знойная манго. Я уже вам его показывала. Сюда положу. Еще турецкое мыло банное, питательное, миндаль и витамин Е. А, это было молоко, витамин Е. Думаю, запуталась. Это миндаль. Оба банных. Оба увлажняющие. А, увлажняющие и питательные. Также 160 грамм. Аромат очень нежный, приятный. Но миндаля я тут особо не чувствую. Но очень приятно. Мне почему-то, видимо, по цвету кажется, что что-то такое нежно-медовое. Из-за цвета, видимо. Еще турецкая мыльца от Далан. Правильно читаю? Витамин Кэшап. Нашла на русском языке витаминный уход слива. Вот. 100 грамм. Цены такие же 30-40 рублей в прошлом году были. В этом году, не знаю, возможно, подорожали кусочки из Турции. Мыльце сам по себе вот такое. Очень яркий, выразительный аромат. Действительно сливы. Сухофрукта сливы. Черносливовый такой аромат. Черносливовый аромат. И в парочку вот такой дружок, оранж. Ну, сразу видно, что цитрус. Витаминный уход, апельсинчик. Господи, опять начинается. Также 100-граммовый кусочек, Турция. И, конечно, вот опять, видите, скотчем заклеено. Ну, конечно, как же я не понюхаю и не приду. С прошлого года еще уже забыла, как, чем что пахнет. Ну, такое же похожее мыльце. Пахнет цитрусом. Ну, уже не таким, знаете, ярким, звонким. Ну, видимо, полежало уже больше года ему, поэтому... Не знаю, уже цитрус не тот цитрус, но очень приятно все равно аромат. По мне еще с каким-то цветком, как будто бы. Чем мне нравятся турецкие мыла, что в них всегда входят какие-то масла, что-то какие-то полезности. Они прекрасно работают на коже, мне очень нравится. И мне нравится, что к нам их, и нам их поставляют все же. Еще у меня лежит вот такое Сарма, мыло хозяйственное отбеливающее. Уже не помню, где его покупал. Сохранение белизны при повторных стирках. Ну да, я за него забыла и купила себе в итоге. Другое мыло отбеливающее, нет бы это найти. Я уже не помню, какое оно по воздействию. 140 грамм, сколько стоит, тоже не помню. Так, а оптический отбеливатель содержит. Имеет достаточно яркий отбеливающий аромат. Если честно, я не ожидала, что у меня так дофига мыла. Вот наконец-таки разобралась, теперь буду в курсе. И надо остановиться с покупками мыл. Хватит мне вот на 5 лет пользования. Сразу подарочные мыла отсюда уберу, иначе я за них забуду, они будут еще 5 лет лежать. Ну, надеюсь, вам видео было какое-то релаксирующее, развлекательное. В принципе, никакой смысловой нагрузки оно не несло. Так, чисто провести время. Надеюсь, вам было со мной не скучно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока. До новых встреч. Пишите свое мнение, сколько у вас мыла дома. Точно так же оно у вас накапливается, или у вас вообще 3 кусочка, и оно вам нафиг не нужно. Спасибо за просмотр, всем пока!